Ютуберы становятся известными различными способами, но не все они отличны. Приветствую на канале Стивена Майкл Фростерс, и это моя новая рубрика под названием «Мусор Ютуба». Ну ладно, погнали! Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Итак, наш сегодняшний пациент, или можно сказать пациенты, потому что их двое, Пипя и Жипя. И они снимают, одним словом, жесть. Вот вам парочка их видео. Ютуб, почему ты удалил нас диск? Почему? Почему видео удалено? Зачем вам надо было удалять наше видео, Ютуб? Нас постоянно было много просмотров, кто его не видел? Блин, у них такая реакция, будто... Удалили не диск на кореша, а удалили видео PewDiePie. Мы были обычными детьми. Мы ходили в садик, но теперь мы зарабатываем миллионы. Продавая шоколад, мы стали крутые. Все, благодаря вам. Спасибо, YouTube, целую тебя. Спасибо, кореш, что пропиарил нас. Мы ссорились с тобой, но мы извинились. Ведь ты хороший ютубер, а мы обычные. Но мой папа депутат, я Жипя, а не Житя, не Женя. Мы Пипя и Жипя, мы детки конфетки. 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 Я Пипя, а не Пися, и не Попа, и не Злопа. Я хочу в школу, в 5-й класс. Кто не верит, тому в глаз. У меня темные волосы, а у Жипи светлые. Я люблю рыгать, а Жипя любит пердеть. Мы очень разные люди, но у нас появились общие интересы. Пипя и Жипя, мы детки конфетки. Мы 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 Пипя и Жипя, мы детки конфетки. Пипи Жипя, мы детки конфетки. Пипи Жипя, мы детки конфетки. Всем спасибо нашим 4000 подписчиков, мы крутые. Мы на колокольчик, так лайк, всем пока. Всем спасибо, всем пока. На кой бред они, блин, начали петь? На кой? Но самое худшее еще впереди. Всем привет! Я Жипя, и вы на канале Жипя и Пипи, то есть Пипя и Жипя. В общем, я написал корешу. Вы знаете, что я сделал, мы сделали с Пипи дис на кореша. И его посмотрело много людей. И многим понравился этот дис. И кореш нас пиарил, да, ну можете посмотреть на старые видео. Но он не пиарил, он на стриме нас показал, и у нас теперь много дизлайков на видео. И мы хотим наказать кореша. Вот, смотрите, он меня добавил, я ему стучался, да, он меня добавил. Хотя, ну, это долго было, я ему писал, долго добавил, забрал запросы, и Пипе добавлял его, я добавлял его. Кореш, добавь, ок, и потом он меня добавил. Я ему говорю, спасибо, то есть спасибо, что добавил. Я фанат твой, я Пипе, Жипе канал создал, мол, знаешь. Он говорит, это вы на меня дис на меня сделали, я говорю, да. Он говорит, дис пришел не очень крутой, мягко говоря. Я говорю, плати деньги 1000 рублей, и мы удалим дис. Не заплатишь, мы удалим, и оскорбим тебя, решай сам, кореш. Он говорит, что ему, типа, плевать на наш дис, что ему без разницы. И нам, типа, должно быть стыдно, что мы пытаемся хайпануть, и это не круто. Но, он дурак. Кореш говно! Кореш говно! Это знают эти! Он хуже всех на этом свете. Я говорю, нам насрать, да, это все из-за того, что мы хайпануем. Ой, это не надо читать. Так, кореш, сколько? Ты думаешь, что я хочу общаться с тобой, он спрашивает? Я говорю, заплати 1000 рублей, а то еще видео плохое потяну с ним. Решай, наеди, мой писька пищун. Он спрашивает, сколько тебе лет, малыш? Я говорю, иди в жопу, дурак-пидак. Типа, я взрослый уже, он смеется. Я говорю, терзуешь говна кусок. Он говно тупой, он смеется надо мной. Я спрашиваю, будешь платить? Он говорит, а можно я не 1000 рублей заплачу, а 3000? Я говорю, да, он хочет 3000 мне заплатить. Это не фейк. Он говорит, нет, можно я 5000 заплачу? Я говорю, да. Он правда хотел мне 5000 рублей скинуть, вы понимаете? Он смеется надо мной. Говорит, повезло, что он с компьютера, и то, что мы написали, он нас добавил. Нам повезло, ему повезло, да. Я говорю, я не понял, деньги платить будешь, а? Пищу, он говно, дерьмо, срать, пердел, срака, он говорит. Ему не
вложил 5000, да. Сейчас я зайду, покажу, что это не фейк, вот настоящий Корыш, он у меня в друзьях, вот. Где, вот он, папа останется, вот это он, вот видите. Вот у него лайков много, это настоящий, я ему лайки не ставлю, потому что он говноед. Где-то знают дети, он хуже всех. Вот, вот получается, он говорит, что он пошутил и деньги не собирается давать. Это неправда. Говорю, ты охренел, потом... Потом он мне отвечал что-то, я говорю, ответь, потом говорит, вы так достаточно получили, я ваше видео на стриме включал, много моих зрителей узнали, и говорит, что идиотский канал у нас за то, что мы спасибо не сказали. Я говорю, ты хочешь сказать, что мы говно снимаем, да? Ты сам говно снимаешь, дурак. Мы просто снимаем в монетку, круто, ты где будем? Он говорит, ладно, удачи вам, и типа он не злится на нас. Я говорю, стой, деньги, он же деньги хотел дать. Ваш канал, тон дизайн, как моих зрителей, это тот хайп, о котором мечтали. Я говорю, ты будешь платить, чтобы я дис, мы удалили наш канал, пипер и жипер, жипер. Жипер, хороший канал, пипер и жипер. Он говорит, нет. Все, он говорит, пока быть хорошим ребенком и не снимает такое видео про секс, а то родители узнают. Так я говорю, тебе жопу, взрослый, пока кореш. Он тупой. Давайте ему напишем сейчас. Тупой. Эй, не написалось. Блин, а что? Да блин. Да и... Тупой, ой, тупой. Все. Чтоб он знал, что он тупой, что Коля тупой, Коля говно. Это знают дети, он хуже всех на этом свете. Все, вы были на канале Пипи и Жипи, и вот доказательства. Вот Коля, он не злится на то, что мы сделали на него диск, поэтому не надо ставить нам дизлайки. Всем спасибо за просмотр, всем пока. С вами был я, Жипи, и мой канал Пипи и Жипи. Хотите, смотрите наши другие видео про Майнкрафт на телефоне. Спасибо, всем пока. Тупой. Впереди. 1000 рублей? А не жирно вам? 1000 карл? Но это не вся жесть. Следующее видео я не буду показывать, из-за того, что они имеют 18+ содержание. Ну ладно, ребят, на это с вами заканчиваю данное видео. С вами был я, Стив. Всем пока!